Что, черт возьми, тебе надо? Ищешь этих бестолковых эльфов? А тебе уже кто-нибудь говорил, что небезопасно совать свой нос в дела, которые тебя не касаются? К примеру, в мое маленькое дело? Боюсь, придется тебе этому научиться на собственном Господи, горьком опыте. Братан, ты просто на меня посмотри и на того, кто рядом со мной стоит, идиот. Значит, вам известно о моих делишках. Очень жаль, но живыми вам меня не взять, это уж точно. Я выполнил задание. А, он типа сдох. Гений, просто гений, пацаны. Это должно быть очень особенно. Нифига себе, какой-то сверкающий клинок вывалился. Так, подожди. Что-то вывалилось, короче, зеленое. Блин. А тут, наверное, какой-нибудь амулет, а просто этот что-то у меня высветился. Блин, я точно видел что-то зеленое. Может, я его случайно вывалил? А, я, наверное, вот так вот когда делал, мне когда взбесило то, что меня не выпускают, я, короче, застрял. И, видимо, я случайно его вывалил на землю, а потом подобрал. Вот, наверное, что произошло. Болван, пипец. Контент на ровном месте. Просто сам выкинул зеленую шмотку. Сам же ее подобрал, а остановил быструю запись. Вот. Типа, смотри, зеленая шмотка. Вот так вот, ребят, контент и делается. Чести. Ребяшки, грунт, по мной впадло. Всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Сахаридо. Вот, и в этой серии мы отправимся, я так понимаю, по заднюю и вот в эту часть, да, осматривать. То есть у нас... ой, у нас там дебит? Не, нормально. Вот эту часть осматривать, да, и у нас тут еще основное задание, и со слежкой мы в прошлой серии начали тут делать, поэтому предлагаю, давайте, наверное, с него и начнем сразу, да. Вот, сейчас слежку эту выполним. О, блин, там что-то синее вывалилось, ну ладно. Вот, и немножечко я все-таки решил, знаете, как сделать. Как мы будем открывать карту, чтобы у нас время не затягивать, потому что, в принципе, тут ничего особо интересного нет. Драться я не дерусь, поэтому смысла нет никакого. Поэтому, наверное, я буду ускорять, вот, на ускорении будем бегать карту эту, да, открывать. Вот, но если там какая-то пещера или что-то попадется, будем заходить, вот, ее изучать. Я буду подрубаться. Наверное, вот так будет правильнее, потому что... Так, какие-то тут эти стали ходить. Чем просто бегать, вот, и постоянно что-то говорить. Вот, поэтому я думаю, что так будет правильно. Попробуем. Как это? Хронометраж, что ли, да? Не знаю, как назвать. Длина серии, возможно, будет короче. Потому что это экспериментально. Я не знаю, сколько там вырезать. Так, подожди, это нам на подвал. Вот, поэтому по-прежнему буду на свое время буду записывать час. Вот, а с ускорением, видимо, это немножко будет меньше, поэтому посмотрим. Но в любом случае будет не совсем, не намного меньше, поэтому... Да что такое? Давай уже прогружайся. Вот, и думаю, что все будет хорошо. Я стопудово не туда зашел, как надо, да? Да, точно, так и есть. Блин, вот как это раздражает? Иди, тварь, иди сюда. Застряла там, блин. Да что такое? Блин, вот очень плохо сделано, что здесь как-то заходится очень плохо. Это просто пипец. Вот сейчас зашел нормально, там прям бегали, вообще кошмар. Так, вот они, да? Нас на лодке прям показывают куда-то сюда. Видимо, там в этот надо, да, какой-то. Но в любом случае нам на лодке надо куда-то пилить. Крыса делает вид, что... Что это ни при чем она тут. Ну ладно. Сделаем вид, что при чем. Так, все, мы протальной. Сейчас, по идее, куда-то нас... Да, вот. И нам как раз надо поговорить с каким-то лоботрясом тут. Хорошо. Просто превосходно. Так, ну давай, посмотрим. Вот на меня крыса, главное, атакует, а этих нет. Нормально, да? Эй, что ты здесь делаешь? Хватайте его! Я тебя не разочарую. Да, вот я его точно не разочарую. Хорош, слежка выполнена. Давай резнем еще и... А, вон, нифига тут еще и поговорить можно с трупом. Я сдаюсь, почините, прошу вас, я всего лишь мелкая рыбешка. За этим стоит владелец замка. Вытащите меня отсюда, тогда я вам я там показания помогу его судить. Но будьте внимательны, у владельца замка длинные руки, а повсюду стоит его прихвости. Я тебя не разочарую. Блин, вот сейчас точно не надо бы его, самое... Терять, скажем так, не надо бы его терять. Вот, но непонятно, нам надо посмотреть, куда вообще выходить надо. Либо в замок сам, либо назад.
Жертва. Так, демоническая. А куда она-то? А, так, это... Так, это не то. Блин, я хрен узнаю. Так, давайте через этот тогда. Через дневник. Я вспомнил этого Карлоса. Бедяга. Ой, поговорил я с ним, и все. И все, блин, пипец, первый квест. Так, ладно. Давайте позырим. Так, да, но все-таки видите, то есть, видимо, здесь одно. То есть, это как потерянное кольцо, то есть, принеси, подай, и все. И потому что у нее нет вот этой вложенности. Видишь, видите, как здесь. Ну вот, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, демоническая перфанжила, облегчение. Так, подожди, а где там это? Во, жертва. Так, жертва. Вот, все. Давайте позырим, куда нам теперь бежать надо. Ага, вон куда аж прям. Так, ну, я предлагаю, наверное, просто портальнуться. Нам в этом замке ловить нечего. Мы его осмотрели уже, вот. Поэтому все там забрали, все везде посмотрели. Потом толку особо никакого. Здесь у нас основное задание. Давайте я предлагаю сразу сюда, а потом наверх у нас там как раз местечко еще не изучено. Сейчас сразу основное задание сделаем и двинем-то дальше. Туда. Так, а вот как пройти-то тут? Так. Я понимаю, сюда. А, смотри-ка, тут еще выйти куда-то можно. Ой, тут еще проход целый, обалдеть. Еще какое-то подземелье. Офигеть, тут подземелье-то. Блин, конечно, было бы неплохо сначала этот, наверное, сделать. О, боже. Ой, я застрял, не, нормас. Ладно, я, чтобы сейчас не кокнули. Нормально, он, короче, какой-то этот. Просто он так сказал, мол, типа, длинные руки, там, тра-та-та. Я думал, что будут как раз-таки его атаковать. Ладно. Он, видимо, этот из бессмертных, поэтому пойдет. Этот, видимо, из бессмертных. Так, давай-ка, наверное, сначала тут осмотрим все. На предмет других предметов, как я люблю говорить. Блин, плохо, что здесь сразу сохраняться. То есть вот завалили нашего Карлоса, мы не можем загрузиться. У нас надо заново ну, короче, до этого момента надо было сохранить файлы сейвов, да, я так понимаю. Вот, и потом их сюда просто вставить вот до этого квеста. То есть, грубо говоря, заново все пройти, и что-то прям это не нравится мне, поэтому... Скажем так, я не подготовился. Бешеными животными. Не подготовился. Так, ладно, давай. Что, черт возьми, тебе надо? Ищешь этих бестолковых эльфов? А тебе уже кто-нибудь говорил, что небезопасно совать свой нос в дела, которые тебя не касаются? К примеру, в мое маленькое дело? Боюсь, придется тебе этому научиться на собственном Господи. Горьком опыте. Братан, ты просто на меня посмотри и на того, кто рядом со мной стоит, идиот. Я хорошо умею действовать по-плохому. О, да, смотрите, как им прилетает, пипец. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. О, смотрите, как улучшилось сразу. Урон по нему, обалдеть. Ха-ха-ха, проводник Явтар. Здорово. Явтар терпит поражение. Не знаю. Куда мне это положить? Ну куда-нибудь-то положи уже. Блин, обалдеть. Так, какие-то тут крысы. Еще мы с этим, блин. Ну ладно, давай с этой поговорим, с Мымрой. Так вот так, наверное, надо сделать. Он мертв. Да благословят тебя боги. Он был плохим человеком и заслужил смерть. Хвала богам, что они послали тебя именно сейчас, потому что он собирался отвезти нас в Тилизий и продать в рабство. Но я боюсь, что мы спасены лишь на время. Явтар работал на какого-то человека, которого он называл тягачом. Если тот узнает, что Явтар мертв, он просто пришлет кого-нибудь другого. Я не знаю, где живет этот тягач, зато знает моя сестра. К сожалению, у нее лихорадка. Она в бреду и находится при смерти. Для нее нет никакой надежды. Я лишь хочу найти для нее свиток избавления, чтобы спасти душу, которую скоро покинет ее тело. Ты мне поможешь. Я сделаю все, что в моих силах. Не бойся. Не бойся. Я давно потерял суть повествования. Что у нас вообще там происходит? Давайте-ка глянем. Так, основное, да? Жизни других, я так понимаю. Эльфийский особняк. Нам повезло только одно поместье. Так, подожди, это не то. Это что-то... Блин, пипец, это какая-то другая. Это какая-то другая. Другое какое-то задание основное.
Я, короче, пес ее знает. Вроде тут у нас все эти обычные, да, задания. Вот по ту сторону стены и все. Блин, я, короче, не знаю, что мы делаем. Вы знаете, что такое 10? Может, их 10 всего? Точно не баксы, точно не жизни других, да? Короче, какое-то задание, вот как оно называется? По ту сторону стены. То есть это просто какое-то... Кстати, по ту сторону стены. А можно его выбрать, интересно? Вот, и оно даже не выделяется. То есть это просто вот какой-то набор, а вот по ту сторону стены... А, все-таки выделяется. Так, давайте почитаем тогда, что у нас здесь. Одна из аккуратных девушек, так, вот вам, мне удалось найти проводника, пропавший... А, все, вспомнил, то есть мы искали эту экспедицию, которая пропала. Все, ребята, я начинаю следить за этим, иначе это пипец будет. То есть нас послали сюда найти экспедицию, которая пропала, да, и вот, соответственно, мы... Судя по всему, злодей сопровождал не только экспедиции. Он как раз собирался отвезти нескольких девушек в Тилизи, чтобы продать там на рынке невольников. Завидев меня, проводник полез в драку, так что пришлось его убить. Одна из украденных девушек поведала, что за незаконной продажей людей стоит еще один человек. Возможно, о нем больше знает ее сестра. Вот только бедняжка серьезно больна и скоро может отойти в мир иной. Спасенная девушка умоляет найти свиток избавления и спасти душу сестры. Такой свиток может отыскаться у местного лекаря. Все! Отлично. Но сдается мне, что когда мы вернемся, тут уже, так скажем, некому его будет отдавать. Скажем так, некому его будет отдавать. Мне что-то кажется, вот так вот и будет. Но в любом случае, блин, нифига тут сыплется всякого. Так, давай-ка вот тут еще заглянем. Да давай уже. Вот им. А, подожди, они не сидят тут. А как будто... А, я понял. Так, подожди, у нас получается вот тут мы даже еще не были. Вот это да. Ух ты, какая-то главная крыса. Темный грызун. Темный главный грызун. Так, тут у нас непроха. Кстати, уже пол левела чисто на заданиях, да, за опыт. Офигенно. Потому что за убийством мобов нам вообще ни черта не дают. И вот весь опыт, который мы получили, это за задание. Офигенно. Так, там грязные крысяки. Главное, надо за этим следить. За торговцем, за оружием. А то ухайдакают его, блин. И еще один квест провалим. Так. Да блин, хватит двери закрывать. Мерзавца. Сразу все осмотрим, потому что вряд ли мы еще сюда вернемся. Т-крысы. Надо бы этих призывать ее сразу, чтобы они все загрелись. Так, тут у нас ничего-то нет. Окей. А, подожди, тут еще какой-то вниз, смотрите-ка, нифига. Подожди, эта тетка-то подождет. Тут еще и вниз куда-то можно. Тут что? Ужас какой. Так, можем выйти-то тут? Да давайте уже. Так, нас тут еще куда-то вниз погнали. Офигеть тут, конечно. Кто там еще орет? Ой-ой, торговцам оружием-то нифига месяц. Надо следить. Пипец, только за ним теперь следим. На всех теперь валить. Пипец, опасно это. Так, тут ни черта нет. Ну, благо тут маленькие эти. Маленькая командушка, ничего тут нет. Видимо тут, что такое? Видимо по заданию нас потом сюда куда-то пошлют, да? Что-нибудь добыть, какой-нибудь босс тут будет стоять или еще что-нибудь. Какое-нибудь древнее зло, в общем. О, подожди, а что, мы можем? Нет, не можем. Какое-то древнее зло, короче, здесь будет. Вот, и нам надо будет его победить. Ладно, главное, торговец оружием мы этот спасли и пойдет. Блин, эти крысы прям появляются вообще пипец. И самое главное, что их надо валить, потому что они будут нападать на этого нашего придурка. Не мешай мне. О, видите? Уже бьют его. Это опасно, пипец. Они так могут его загрызть, и мы еще один... Фух, тихо. Еще один квест. Ну, смотри, тупо его бьют. Вот мерзавцы.
Короче, мужик, все, я тебя не этот сама не пропью. Я тебя не пропью точно. Ты не повторишь судьбу Карлоса. Нормально все будет. Так, все, выходим. В городе нормально, тут никто не нападет на него. Так, какая-то тетка еще. Подожди, ой, подожди. Пипец, не в ту сторону. Так, где-то здесь, да, вон, дорогаш. Идем сразу к нему. Так, прислось где-то. Так, вот сюда и куда-то вот сюда. Вот следующий дом, получается, вот сюда слева, по идее. Да, давай уже. Свиток с заклинанием избавления? Не могу вспомнить, куда я их дел. Ах, да вот же они. Вот, пожалуйста. Еще что-то? Нет? Тогда всего хорошего. Че за свитки избавления? Нифига себе. Свитки избавления, обалдеть. Первый раз слышу. Столько проиграл, тут первый раз слышу про свитки избавления. Так, кому тут надо? Кому тут надо избавить? Моя лихорадка прошла. Я снова вижу все отчетливо. Думала, я отойду в мир иной, но что-то меня удержало. Это ты. Благодаря тебе спаслись моя сестра и другие девушки. 100 рублей. А теперь еще и я. Тебе нужно найти тягача, пока он не отправил сюда кого-то еще. Его настоящее имя – Инадрис. Он живет в Орочьей тропе к северо-востоку отсюда. Официально этот негодяй торгует тканями и травами, но это лишь прикрытие для работорговли. Если ты его остановишь, мы точно будем в безопасности. Невероятно, на что способны люди. Я положу этому конец, даю слово. Невероятно, на что способны люди. Я положу этому конец, даю слово. Ну ты, конечно, болван. Болванище. Так, у нас жертва. А этого-то столопа нам куда-то отвезти. Торговец оружием, я так понимаю. Подожди, а куда... Куда его отвезти? Вот сюда надо, да? Нет, жертва-то что-то старое. Жертва-то что-то старое. А вот этого торговца с оружием-то что-то я не помню куда. Так, давайте-ка глянем. Так, у нас не так много. Так, это точно не оно. Демоническая магия точно не оно. А, вот она, жертва, да? Жалкий преступник говорит... А, все-таки это оно, да, получается? То есть мы выбираем что-то другое, а потом жертву. Так, надо что-то другое выбрать, что у нас есть. Так... Вот. Так, вот, все, поменяли. Теперь выбираем жертву. Бах. Да, это все-таки она. Ладно, все, тогда побежали. Доведем этого столопа. До худого надо. Надеюсь, его тут не заколь. Ой, на этих быстренько валить. Блин, вот плохо, вот он не бессмертный. И постоянно какой все на него агрят. Какой ты нетерпеливый. Надо сейчас призывать тут обязательно вот этих всех лоботрясов, чтобы они агрились. Не забывать про этого. Так. Так. Наверное, побежим. Может, они будут телепортироваться, успевать. Блин, надо бы на просто довести его. Давайте по-быстрому попробуем довести. Я за ХП у него послежу. Он, по идее, должен порталиться сейчас. Наверное, так будет быстрее, нежели, блин. Ой, нет, и не, по-моему, не будет. Или все-таки да. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его там месяц, блин, пипец, как он протальнулся, обалдеть. Короче, классно это все. Какой давайте. Ты нетерпеливый. Давайте поможем ему нахрен. Пипец, чуть не завалили. Блин, а сейчас этот. Ты, столоп, что делаешь там? Блин, какой дурацкий квест, не могу. У меня все глаза на него просто. Глазищи так нам на наверх. Глазищи просто все на него. Так, давай призовем побольше. Там уже кто-то месяц. Какие-то негодяи. И я там взорвались. Ну вот кто-нибудь, нет? А, так это нормальные люди-то. Говорят о каких-то новых ножнах, из которых оружие вытаскивается
Ну-ка давай, нужно. Что ж, значит, за всем этим стоит владелец замка. Я должен был догадаться. Теперь мы можем арестовать его на основании показаний этого свидетеля. Хорошая работа. Задание выполнено. Все, мы от дрища избавились, нормас. Теперь у нас достаточно улик против владельца замка. Мы прекратим его грязные делишки раз и навсегда. Нужно идти прямо сейчас. Прошу тебя сопровождать меня. Привет. Я отправляюсь в дорогу. Фига тут народище-то. А куда сопровождать, далеко? А, прям сюда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пойдем прямо к замку тогда. Блин, нифига себе. Вот это пооткрывал карту. Ну ладно. Тут целая, смотри, лабуда целая с нами. Еще и информатора с собой прихватил. Блин, тут чувствую, придется драться. Пипец. Придется, чувствую, драться. Ну, я, говорит, быстро не сдамся, ну, достаточно быстро сдался. Ой, опять и строители эти чертовы, будьте прокляты. Так, я думаю, что, наверное, по-быстренько мы сейчас добежим опять. Потому что если со всеми тут драться, это мне 3 недели. О, все, хилы нормально, они добирают. Я просто думал, что, может, если когда они далеко, они не будут хилиться. Но если хилиться, нормально. Пойдет. Ни одного солдата не потерял, пацаны. Ни одного. Банок у меня... Сколько? Этих 100, а этих... 410. Обалдеть. Все, пацаны, все наши тут. Погнали. Так. Я так понимаю, сейчас у нас будет... Мы когда подойдем... Там этот, поговорить надо будет, да, как всегда, с кем-нибудь. Ну-ка. Так, тут мы, как я помню, прохода не было, да? То есть нам, получается, надо сюда заходить. Ну ладно, попробую тогда. Ну что такое, ну давай. Так, наверное, тоже уже тут бежать, наверное, быстрее будет, чем с этими крысами со всеми. Драться толку никакого. Так, ну-ка давай. Так, все, вот мы вышли, и у нас как раз-таки к этому, да? Да, блин, господи. Камера дурацкая. Так, нам надо... так, нам не сюда, вот сюда надо. Во-во-во, все нормально. Вот сюда нам надо. И вот сюда вот. Во, все нормально. Так, сейчас этот, наверное, активизируется, и с ним надо будет поговорить. Или нет? Значит, вам известно о моих делишках. Очень жаль, но живыми вам меня не взять. Это уж точно. Я выполнил задание. А, он типа сдох? Гений. Просто гений, пацаны. Спасибо за помощь. Без тебя мы бы никогда не смогли раскрыть этот заговор. Возьми это в знак нашей признательности. Я выполнил задание. Ой-ой-ой. Там что-то пипец много. Ой-ой-ой, стаканчик какой-то. Это должно быть очень особенно. 4 аж прям. 4 зеленых шмотки, пацаны, вот это да. Так, что у нас здесь? Ага, второй рунный клинок у нас уже был. Пояс колдуна был у нас. Это старый. Ух ты, чемпионский тяжелый шлем богов. Ну, такое. Так, и что тут зеленого навалилось? 4 шмотки должно быть. О, инструменты палача, нифига себе. Это что такое? Это жопа, должно да? быть очень особенный Так, предмет. И какое-то еще что-то зеленое. Так, у нас точно 4 зеленки было. Видимо, это какой-то амулет. Вот. Честь Йотуна, это у нас тоже было. Ну, в смысле, в этом сундуке. О, а во, нападение Тенгу. Орудие людоедов. Вот, кстати, орудие людоедов, это, по-моему, уже 3-й у нас, или 4-й. Поэтому надо будет сейчас позырить. Так, что у нас тут? Я так понимаю, у нас основное задание выполнено, да?
И заданий нам больше никто не дает, да. Все, отлично, это мы выполнили. Давайте тогда, наверное, проще вот отсюда начать, да? Хотя, с другой стороны, вот это бы надо. Давайте я, наверное, сейчас тогда как раз-таки вот это, в этом моменте все и ускорю. Вот и вот эту вот часть открою и буду подключаться только когда у нас будет это... ну, пещера какая-нибудь, да? Вот, и... Так, я думаю, что будет быстрее, заодно всю карту откроем. Ну, или там квест какой-то, в общем, что-нибудь подключимся. Ладно, все тогда, давайте ускоряемся. Никто вот, и я пока... не сможет уйти от своей смерти. Да, от своей смерти. Все, теперь уходим. Так, смотри, какой-то ужасный монстр. Такое что-то новенькое. И причем он что-то не нападает на нас. Блин, нифига. Давай пока его не будем трогать. Он что-то вообще на нас не атакует. И наши лоботряс тоже его что-то не атакуют. Фига, может он какой-нибудь как по заданию будет. Я его сейчас завалю случайно. В общем, пока его не будем трогать. Все, погнали дальше-то изучать. Обалдеть, нифига себе. Вот это прикол. Да, какая-то пещерка нашлась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, давайте-ка заглянем. Да господи боже мой, пропустите меня к пещере, уроды. Так, по-моему, мы тут не были, да? Хотя дом был, а, может и были. Да давай слезай, блин, это какой-то пипец. По-моему... А, не были, нифига себе. Вот это прикол. Ну-ка давайте, иди сюда. Темный рыцарь храма. Так, сейчас они должны загреться, да, отлично. Темный паладин. О, там их сколько. Так, все, давайте, пацаны, призываем. Блин, урон, конечно, наносит они просто невероятный какой-то. Так, пацаны, давайте, вас уже... Ой, сколько урон там нанесли, блядь. Вас уже больше, чем их. Так, а... Ага, дверь. Фига там посветлело сразу как. Так, давай-ка немножко поближе. Так. Не все, оказывается, вот это да. Вот это, прокол, не все можно облутать. Я уже настолько привык, что тут каждый этот сундук уже можно облутать, поэтому в новинку, черт возьми. Так, дверь только не запирайте. Так, может тут какое-то великое зло сидит? Да, тут, наверное, просто пустой саркофаг, блин. Ну, кто-то есть, но толку от них никакого, да? Блин, вот это пипец, конечно. Я, конечно, чисто ради этого экспириенса посмотрю, у меня тут ни черта нет. Ладно, все, от этих опыта тоже никакого толку нет. Ладно, погнали дальше тогда. Изучать территории. Черт возьми. У нас там как раз небольшой пласт остался. Заданий никаких не попадается, поэтому нормально. Так, сейчас быстренько вот этого смотрим тогда. И, наверное, вот в эту часть по реку сразу, да, изучим. Вот, чтобы вот это вот закрыто было. А потом как раз у нас какие-то небольшие зданицы есть, поэтому... А потом двинем туда. Так, Бестолыч, иди сюда.
Тут вообще какие-то свои пацаны будут, поэтому... Я думал, сначала враги, оказывается, что нет. Ладно, побежали. Так, тут трепотня какая-то. Давайте сразу-то с ним поговорим. А что вам от меня нужно? Разве по мне можно подумать, что для меня, для вас есть задание? Нет, так вот идите отсюда. Так, и фига-то пушка. Ой, как мне... как мне громко по башке это надавали. Я не чувствую боли. Да давай уже, призывай, не чувствуй там боли, баллон. Ты не чувствуешь приказов, по-моему. Сейчас быстренько завалим их тут. Бега по 600, неплохо. Блин, какой же кайф, а вот именно за призывателя играть, просто обалденно. Так, тут эти черепахи, тут у них своя какая-то тут битва. Так, все, погнали дальше. Так, это пещерка. Отличненько, давайте зайдем. Вот так вот потихонечку, как раз таки и нормас. То есть ты доходишь пещеры и прям зачищаешь их, просто супер. И вот там вот тут может быть что-нибудь и вывалится, прикольно. Там вот, смотрите, кто бегает, пипец. Темный маг. Но не прикольно, не прикольно. Ну ладно. Вот что-нибудь с него дропнется. 172 опыта. Если задержусь тут надолго, умру совсем. Так, у нас концентрации сколько? 72. А, да, маленьких еще много. Вот. Слышь, умру совсем, чупала. От кого ты тут умрешь-то? О, это кто? Минотавр. Фига себе, они что делают? Чёртовы минотавры. Кстати, это неизвестная пещера с минотаврами-то. Блин, сколько вас тут, а? Надо бы всех собрать бы, чтобы в одном месте их зарубить. Ну, кстати, нормально эти мои лоботрясы справляются. Надо по 600 урона, пипец. Фига по мне-то тоже. Так, давай, чемпиона. Мне пригодятся минотавры. Так, ну, обычная маленькая пещерка, замечательно. По крайней мере, мы все пещеры смотрим. Прям вот это вот мне нравится, что мы проходим на 100%. Кроме одного квеста с Карлосом. Карлос меня никогда не простит. Я слишком нагружен. Что там, господи. Так, давай. Фига себе, время становления зловещий, защитник минус 15%. Ну, прикольно, но нам не надо. Нам бы не на этот, да?
Нам бы не на этого, блин, не на зловещего защитника, а на этого. Я бы тогда подумал, можно бы даже вместо опыта бы вот этого. Ой, вернее, Magic Find, да. Ну, чтобы типа откатывать. Ну вот она уже в этот, в какой-то, в билд, в другой. Который третий у нас. Ждут уже, ждут, смотри-ка. Так, все, погнали дальше. У нас тут 7 немножечко осталось, да, открываем и поздаем. Так, я тут вижу еще одну пещерку. Это хорошо. Давайте сейчас быстренько тут смотрим. В принципе, она, наверное, последняя, да, здесь, в темноте. Остальное мы вроде как пооткрывали. Пойдем посмотрим. Тут может быть что-то интересное. Потому что она типа в этом, в лагере этих мерзавцев, тракторийцев. Вот, и возможно какая-то здоровая. Ну давай, заходи уже, меня тоже там бьют уже. За серия плохо, он в эти заходит, просто пипец. Так, что-то такое ощущение, как будто, знаете, этот. Рядом там сверху уже какая-то открытая. Так, а что их случайно включили? Вот здесь, там где они есть. Ну где эти лоботрясы пропали куда-то? Давай, мужики. Давай, давай. Какой-то длинный тоннель. Ой, как я немедленно, а. Ладно, хрен с ним. Надеюсь, что они там завалят. Только не говори, что просто тупик. Пипец, ребят, здесь просто тупик. Офигеть. Ну, наверное, это какая-то квестовое задание будет, что, мол, типа, завалили там какой-то секретный проход, иди там взорви, чтобы, да, типа, место открыть, что-нибудь типа такого. Наверное. Потому что просто, конечно, надувательство, я-то тут губищу раскатал, думал, сейчас тут будет серьезная, серьезная эта пещера, а тут оказывается какой-то вообще скам какой-то, что такое? Какие-то эти сотрудники Сбербанка мне тут написали, блин. Так, что у нас тут есть? Погнали, наверное, туда вот этого клочка. Смотри, возможно, очень похоже, что там пещерка есть. Вот, и двинемся уже вот сюда к заданию, к демонической магии, к этой чертовой. Вот, и там посмотрим. Блин, мне кажется, вот так нормально, да? Я, конечно, могу спокойно говорить, вот так, там, ну, что-то там говорить, когда бегаем, да? Но смотреть вот эти вот монологи, скажем так, да, не особо, наверное, интересно, особенно когда движухи нет, я вот опять начинаю говорить, блин, бесконечно, пипец. Вот, но когда ускоряем, я думаю, что в принципе это смотрибельно, потому что, ну, грубо говоря, действие какое-то происходит, да, экшен, так скажем, вот, и все равно мы не деремся. Если бы мы постоянно дрались, тогда бы еще как-то можно было бы, то есть ожидание этих вещей выпавших или еще что-нибудь там, вот, босс какой-нибудь, ну, на босс-то я в любом случае включился бы, но шмотки или там опыт, прокачка там, да, но сейчас этого ничего нет, мы просто бегаем по карте. Так, я, короче, опять начал говорить. Ладно, давай, все, короче, просто бегаем и дальше тогда. Должно быть очень особенно. Нифига себе, какой-то сверкающий клинок вывелся. Так, это что такое? Ничего себе. Так, а где-то зеленый. Подожди, а где клинок? Это сверкающий клинок. Не-не, что-то другое вывалилось. Так, подожди. Что-то вывалилось, короче, зеленое. Блин. А тут, наверное, какой-нибудь амулет, а просто этот что-то у меня высветился. Блин, я точно видел что-то зеленое. Может, я его случайно вывалил? А, я, наверное, вот так вот когда делал, мне когда взбесило то, что меня не выпускают, я, короче, застрял. И, видимо, я случайно его вывалил на землю, а потом подобрал. Вот, наверное, что произошло. Вот, болван, пипец. Контент на ровном месте.
Просто сам выкинул зеленую шмотку. Сам же ее подобрал, а остановил быструю запись. Вот. Типа, смотри, зеленая шмотка. Вот так вот, ребят, контент и делает. Чести. Да есть у меня, есть честь, там была бы. Так, ладно, давай, наверное, отсюда так пока продолжим, потому что тут уже до квеста недалеко. Вот, тут вот прям буквально вот уже вот. Вот, и заодно сразу осмотрим тут сейчас тогда. Вот, и двинемся туда. Но, кстати говоря, почти уже левел, просто обалдеть. Чисто на заданиях, на опыте от заданий набрали... Готовься к бою, трус. Да хватит меня перебивать. Блин, пипец, вот когда бежал на запись со скоростью, он вообще молчал, падла. Как только начал я говорить, тут сразу готовься к бою, трус, блин. Это какой-то пипец. Так, а что такое? Это храм. Так, у нас тут небольшой клочок, и да, вот как раз он ведет к этому. Да иди ты! Ведет к этому, к... Так, никуда не ведет. Ведет к заданию. Хорошо, с нами никакого этого лоботряса, которого сопровождать надо, нет, блин. Иначе его, мне кажется, сожрали бы уже. Так, все, поместье Тралхейм какой-то. Погнали, посмотрим. Это вроде не праздновал. А, может, слушайте, может и праздновал по мне. Ну, вроде нет. Тебя послал Венделин. Что, что там у тебя? О, свиток. Очень интересно. Пока это все, что я могу тебе сообщить. Мне нужно время на то, чтобы его изучить. Я выполнил время задание. Ему 3 секунды, пацан, нужно. О, 3 звездочки, хорош. Отнеси свиток архимагу Севальду. Это очень особый свиток. Свитки такого типа вызывают могущественных демонов. Эти свитки пишутся кровью заклинателя. И поэтому мы сможем определить, кто стоит за всем этим. Но я не могу это сделать. Я специализируюсь на демонологии. А не это ли нам? Не это надо, да нет? Вы должны отнести этот свиток архимагу Севальду. У него есть необходимые знания и опыт, чтобы разгадать эту загадку. Я берусь за это задание. Подожди, а вот это праздная болтовня. Здесь аж прям двое, смотрите. Пока что не могу вам помочь. Приходите потом. Так, и у нас, кстати говоря, где-то здесь тут какой-то под... Ой, что? Так, где-то здесь у нас подземелье есть, да что такое? Какие-то монахи тут, хрен просышь. Вот, и в подземелье у нас там еще праздная болтовня. Давайте быстренько туда заглянем. Пока здесь, ой. На первый взгляд в поместье нет ничего необычного. Я собираюсь пойти и посмотреть подвал. Может быть, владелец дома пытается что-нибудь спрятать. Надо же, как удобно. Ой-ой-ой, ни хрена себе. Фух, я жмал все. Игра, короче, зависла на пару секунд. Так, что, резнем опять, да, пацанов? Вот опять крысу какую-то нашел. Зомби убивал, крысу нашел какую-то. Подумай, а. О, Йоханнес какой-то. Вол. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это они? Йоханнес, реально. О, что-то собрана книга мертвых. Слушай, мы, походу, раскрыли этот. Обряд-то, то есть нам надо было просто этот в подвал спуститься, то есть, видимо, не надо к архимагу никакому не надо было идти, обалдеть, нифига себе. Тупо тест на внимательность, офигеть. А если бы мы не зашли бы сюда, вот реально, ну хотя сюда квест так-то показывал, потом, наверное, все бы зашли. Вот стопудово тут призывают этих демонов, офигеть. Сейчас посмотрим, что там по основному квесту, это, видимо, основной квест какой-то. Грязная крыса подохла тут. Так, давай глянем, что у нас там. Так, жизни других, это я так понимаю, да? Да, вот книга мертвых, смотри-ка. Нам повезло, только одно поместье в отравлении принадлежало эльфу. Благодарю. Так, подожди, это не то. Вот, вот. Похоже, я там, где надо. В подвале полно зомби. Мне нужно найти предметы, которые они используют для воскрешения людей. Мне удалось найти книгу мертвых, но при ее помощи можно только создать глупую нежить, бестолковую ходячую плоть, которая позволяет собой управлять. Мне нужны 3 артефакта. Тут искать бесполезно, нужно идти к оркам. Так, все, это, я так понимаю, основное задание. Нас посылают уже к оркам, пацаны. Хорош, хорош. А орки, давайте глянем сразу, в какой степи-то хоть. Они в пустыне? Или пустыня это самое последнее место, куда нам надо? А, это орки прям... А, да-да-да-да, орчий дорогу. Вот орки, короче. Так, окей. Орки, гавань крылатых. Какой-то нантар. Вот, и... я планирую как-нибудь вот сюда забраться, потому что здесь территория небольшая, остров в море дракона. И нам как раз-таки вот задание вот сюда, да, крупных портов. Нам вот как раз-таки задание сюда надо... Вот, а если вот его выбрать,
Да куда ты порталишься-то? Ой, ладно, один хрен уже, блин, пипец. То есть вот если его выбрать вот так, то он показывает, видите, сюда. В Артемарка в этот, чертов. Вот, блин, пипец, подожди, а куда он мна-то? Пока, а, ну все, то есть получается у нас вот это создание. А, вот, Кархимаг, го, зайдем ему к нему сразу. Пипец. Вот, блин, нажал, а, болван. Так, давай. Подожди, а где мы начинаем? Мы начнем, о, мы где-то в жопе мир начнем. Давайте, наверное, тут и начнем тогда, да? Вот тут, да хотя тут везде, в каждом городе, блин, монолиты эти, как это, монолит, монумент, монументы не особо-то и нужны, блин, везде, где порталы есть, это просто пипец. Так, давай, Архимаг, черт тебя подери. Свиток, написан кровь заклинателя, дай-ка поглядеть. Я выполнил задание. Да, я почти снял защитные чары, подожди-ка немного, я почти нашел решение, минуточку, это барон Дема! Я разберусь с этим. О, я разберусь с этим. О, подожди. Пацанов-то он рубит, а чё? Пацаны-то наши, чё? Давай резнем его, этого Архимага. Ой, как урон-то много, нифига. Блин, пацаны, будете что-нибудь делать? Нет, на столу? Ой-о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 й. О, наконец-то, всё, они на него набросились. О, это вот, вот это он зря прогадал, конечно. Фига, меня чуть не завалило, обалдеть. Фу, ого, его реснем, пацаны. Ну-ка. Охренеть, его реснуть можно. Вот это прикол. Обалдеть. Торопись, нам нужно сказать барону. Готово. Какой барон-то еще? Что за барон? Кончина Архимага. Ты не будь виноват хоть. Кончина Архимага, пацаны. Какой барон-то? Где барон-то? В Глоттенбурге в этом? В Грейпфруте? Ну, кроме как вот здесь задание, я не вижу. Поэтому давай сразу возьмем, чтобы оно у нас было. Очень надеюсь, что он здесь. Да, хрен тебя лысого полова. Блин, короче, какого-то барона нам надо найти. Бро. Севальд мёртв. А вот он, да, кстати. Барон Тамар какой-то бомжара. Севальд мёртв! Как это могло произойти? Какая трагедия? Таких магов немного. Барон Дэм? Должно быть, это никто иной, как... А чё стражник-то с нами? Офигеть. Как иной, как Дэм Ордри. Значит, он стоит за Легионом Смерти, хоть он и прислал войска для прикрепления. Думаю, больше мне их не дождаться. Разведчики сообщают, что противник уже начал копать туннель под мою крепость. Я отправил в бой почти всех людей. Кстати говоря, это, наверное, тот туннель, который мы вот в пещеру-то видели, да? А я отправил в бой почти всех своих людей. Что мне остается делать? Здесь остались только несколько стариков и пара неопытных мальчишек. Вы моя последняя надежда. Позаботьтесь о туннеле и потом поговорите с офицером Виллибальдом. Он командует небольшим расчетом стражников. Удачи. Я берусь за это задание. Я берусь за это задание. Да, смотрите, реально, нам так туда и надо прям вообще. Ладно, но туда нам надо, ребяточки, уже в следующей серии. Надеюсь, ребяточки, очень хорошее решение, как по мне, вроде как неплохо. Именно с открытием карты, ускорением, да, вроде как должно, по идее, упростить этот самый серию, да, смотреть, чтобы не постоянно было балаболить, вот, и просто ничего не делать, не просто бегать, не опять балаболю, я люблю побалаболить. Ладно, ребяточки, спасибо большое всем за лайки, за подписку, ребяточки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всем самого хорошего и всем пока.